Привет, друзья! Вы снова в гостях у Потапа. Сегодня мы с вами раскроем вот такую коробочку. Это автомобиль у нас сегодня будет, на котором будут ездить Стюарт и Боб. Вот мы здесь видим на картиночке, да, на коробке нарисовано, как Боб везет Стюарта. Стюарт летит, как воздушный змей рядом. На другой стороне коробочки показано, как они катаются и какие есть еще следующие серии. Сейчас мы раскроем коробочку с вами. Здесь пакетик. Инструкция. О, инструкция, целая книжка. Вон, как здесь все разрисовано. О, и показаны миньоны, какие бывают во всех последующих сериях. Ну вот и сам автомобиль должен быть. Вот так вот выглядит. Сейчас нужно будет его только собрать. И будем вот так вот кататься. Еще пару пакетиков. Четвертый пакетик. И, конечно же, наши герои. Это Боб и Стюарт. Вот он, Боб. Что-то он сегодня злой. Ну, надеюсь, что пока только злой. И вот он, Стюарт. И к нам Стюарт. Всегда веселый, всегда крикливый. Ну, сложим все в одну кучу. Раскроем все пакетики. И начнем потихонечку собирать автомобиль для Боба и Стюарта. Столько всего. Но я думаю, сейчас Боб со Стюартом начнут все собирать. Ну что, Стюарт, начнем? Давай, Боб, начнем потихонечку. Сейчас будет самый лучший автомобиль. Да, я буду как воздушный змей, да, и летать сзади тебя. Да. Ну что, сейчас быстро соберем. Посмотри, пожалуйста, инструкцию. Сейчас я схожу, посмотрю. Сейчас я ее принесу и вместе ее посмотрим. Хорошо? Да, давай, я жду. Сейчас все, бегу. Да, вот, она, несу я ее. Но она очень большая, давай я где-нибудь в стороне лучше открою и там посмотрю. Хорошо? Давай, сейчас открою. Ну что, начали? Давай. Так, вот эти штучки мне нужно, да, вот эти, сейчас вот сюда. Немного подвинь вот это колесо, убери отсюда. Хорошо, сейчас я найду все, что мне нужно. Ну давай несем аккуратненько, только аккуратно. Сейчас быстренько соберем самое основание, куда будут крепиться колеса. Хорошо, вот такое получилось у нас основание. Сейчас колесики надо сюда поставить. Не, колесики лучше потом, сейчас принесем остальные детали. Пошли искать дальше. Смотри внимательно, нужен большой квадратик. Да, я вижу, вон он там в углу лежит, сейчас я его достану. Ну вот, по-моему, он здесь, да. Вот, сейчас я его... Несем аккуратненько, смотри, ничего не урони. Несу, я тоже. Вот так вот аккуратненько положим. Теперь надавим посильнее, чтобы точно держалось очень хорошо. Да, потому что это рама. Это самое главное основание в автомобиле. С этой стороны точно так же посильнее давим, Боб, посильнее. Ну что, пойдем дальше? Пойдем дальше, друг ты наш, пойдем. Вот еще запчасти, почти половина. Давай аккуратненько с этой палочкой, а то она очень тяжелая. Давай аккуратненько спускай ее. Пойдем дальше искать запчасти. Несем еще запчасти. Как классно у нас получается, да, мы вообще с тобой молодцы. Ищем дальше, все по схеме, аккуратно. Так, теперь мне нужен большой квадратик. Ну вот еще. Поставим с двух сторон бамперы, это так называется. Пойдем искать дальше, пошли. Еще две вот такие балки поставим сейчас на место. Еще вот эти по две штучки. Бежим дальше искать запчасти. Сейчас осталось еще немного. Ну что, Стюарт? Да, Боб, давай, несем. Надави посильнее, чтобы держалось крепче. Так, как могу, стараюсь. Очень сильно давлю. Очень сильно давлю, чтобы держалось крепко. Посмотри там внимательно, около стенки, по-моему, лежит то, что нам нужно. Да, я тоже иду туда. Сейчас будем делать задний фонарь. Да, они красного цвета. Это когда нажимаешь на стоп, они загораются. Да, красненькие лампочки. Ох, как четко получилось. Давай теперь его ставим. Я очень сильно давлю, чтобы держался. Молодец, классно получилось. Так, что у нас там дальше? Ты что падаешь? Устал что ли уже? Иди покушай бананов, и будет все нормально. Да нет, просто потыкнулся, не устал я ничего. Вот еще запчасти, и будет все отлично. Классно получается. Да, сюда будет крепиться воздушный змей. Так что надо его закрепить посильнее. Боб, будь дам, я сейчас тебе еще несу. Стой там же, я тебе буду подавать, а ты крепи, хорошо? Сейчас я тебе подам. О, ну все, руль на месте, надо колеса и можно ехать. Стюарт, давай дальше. Ищу, Боб, ищу. Сейчас поднесу тебе еще деталь. Несу, я несу сейчас тебе зеркала. Сейчас ты увидишь, какие они красивые. Только аккуратно мне подавай, чтобы не разбить их, хорошо? Аккуратненько. Это все-таки зеркала. О, все, я закрепил зеркала.
Давай дальше, я тебя жду тебя. Бегу, бегу, сейчас принесу еще тебе что-нибудь. Несу, 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 несу еще тебе я. Очень красивый автомобиль получается. Да, я вижу. А как здесь хорошо за рулем, все видно так высоко. Это мое место. Быстрее вылезай оттуда. Ну ладно, не жалей, сейчас вылезу. Еще несу тебе, держи. Держи, вот преподношу тебе черные детальки. Давай, давай, поднимай, я жду. Вот так вот закрепим с этой стороны и с этой стороны. Держи держатель, только воткни его посильнее. Хорошо, устанавливаю помощнее его. Вроде отлично получилось, крепко держится. Сам смотри, тебе на нем лететь. Я же буду сидеть за рулем, а ты будешь как воздушный змей порхать сзади меня. Поэтому я закрепил очень крепко все тут. Давай дальше, что там у нас? Сейчас подам тебе лобовое стекло. На, держи. Давай только аккуратно. Во, отлично закрепил. Да, классно получилось. Вот эту серенькую полосочку сейчас надо сверху поставить. И посильнее надавить, чтобы держалась крепко. Ну что, давай делать крышу. Сейчас я тебе принесу большие запчасти для нее. Давай, поднимай ее сюда. Держишь? Держу. Вот такая вот у нас будет крыша. Да, классная крыша. Ну что, будем ставить колеса? Да, давай, это завершающий этап. О, вот так вот, закручивай только посильнее. Хорошо, я пойду на другую сторону пока поставлю. Я тоже несу последнее колесо. Вот оно. Ну все, готово. Я иду за руль. Ну хорошо, ты иди за руль, а я пока себе сделаю парашют, на котором буду летать. Хорошо, я пока заведу машину, проверю, как она работает. Я жду тебя. Ой, отлично работает машина. Какой у нее мощный двигатель. Стюарт, давай быстрее, я жду тебя, привязывай свой парашют и полетели. Ну вот, я готов. Сейчас я залезу наверх, прикреплюсь и поехали. Ну что, готов? Поехали. Ой, как классно. Как тебе там наверху, Стюарт? Скажи, как тебе там? Мне тут вообще классно. У, я лечу, лечу. Банана, 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 банана. Вау, это очень классно, это классно. Всегда тебе, Стюарт, все лучше достается. Я тоже хочу полетать. Сейчас я немного поездим и поменяемся с тобой. Ага, вечно тебе везет. Банана, банана. Берегитесь, миньоны всех обгоняют. Мы всех обгоняем, миньоны, миньоны. Банана, 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 банана. Наши машины всех быстрее. О, привет, друзья. Я тоже так хочу. Мы к тебе вернемся еще. Ой, как вам везет, я тоже так хочу. Мы вернемся к тебе. А, как же мне быть, мне так скучно одному с этим телевизором. О, кто это мчится на такой красивой машине, посмотрите, ребят. Всем привет. Кто это, смотри. Да, видели, как у них парашют. Вот ребята прикалываются. Да, какие они интересные, смешные. Мне бы тоже так покататься на таком парашюте. Ну все, Боб, заканчивай, пора домой. Да, знаю, уже еду. А вам, ребята, понравилось летать с нами на моем парашюте? Так что давайте, ставьте нам лайки. Банана, 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 банана. Всем пока.